Мы находимся в очень сжатых сроках. И состоялся указ президента Российской Федерации по празднованию 75-летия Сталинградской битвы. Возникла достаточно серьезная опасность того, что этот юбилей мы можем встретить в лесах на Мамаевом кургане. Что на данный момент совершенно непозволительно. Непозволительная роскошь. Министерством культуры было принято абсолютно здравое решение, вдумчивое, начать активную фазу работ в этом году, но раздробить ее на два этапа. То есть, как было объявлено на совещании в Министерстве культуры руководителем департамента инвестиций и реставрации Новиковым Артемом Михайловичем, до 10 апреля завершить формирование задания на первый этап и объявить конкурс на внутренние работы в главном монументе. То есть это будет замена канатной арматуры, определенных фрагментов в конструктиве, небольших совершенно. Вот. И первого этапа на поверхности главного монумента реставрационного. Что он будет в себе включать, первый этап? Это работа над ликвидацией и удалением отслоившихся фрагментов бетонного основания, не основания, бетонного покрытия, железобетонного. Вот. Его очистка и консервация. Что это нам даст? Во-первых, мы исключим, значит, попадание влаги и прочих воздействий, да, на эти вскрывшиеся фрагменты Родины Матери. Во-вторых, в течение полного годового цикла, примерно столько получается, мы сможем протестировать эти материалы, как они себя будут чувствовать на поверхности главного монумента. Скорее всего, до 9 мая 2019 года мы завершим работы. Скорее всего. По крайней мере, во всяком случае, исполнители и дирекция говорят, что это вполне по силам.